Самая большая школа муниципалитета построена в центре микрорайона Восточная Бутово на улице Лесной. Она рассчитана почти на 1400 учеников. Все они с комфортом разместятся в большом здании, состоящем из трех корпусов. У нас отдельный блок начальной школы, он трехэтажный, отдельный блок старшей школы, он четырехэтажный, там же кабинеты спецпредметов, и второй блок, который за моей спиной, как раз сконцентрирован, это общая зона, где расположены спортивные залы, столовая, приема пищи зал, актовый зал, то есть это такая уже объединяющая территория, туда же и основной вход с раздевалками. Проверить, как продвигается строительство, приехал депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов. Вместе с представителями районной и местной администрации он проверил все основные помещения новой школы. Это основной спортивный зал, самый большой. То есть здесь сегодняшние работы уже ведутся. Стены сейчас подводят под окраску. Дальше спортивного класса линолеум мы выстилаем. Полезная площадь здания – почти 19 тысяч квадратных метров. При школьной территории – 1,5 гектара. Школа имеет 4 спортивных зала, основной – 2 дополнительных и оборудованный фитнес-зал, а также большой актовый зал, балконные ложи и звукоизоляции на 850 человек. Есть здесь и пищеблок для приготовления завтраков и обедов, а также большая столовая. Вот это просторное помещение – будущее столовая строящейся школы. Здесь одновременно смогут обедать 760 человек. Классы рассчитаны на 25 человек. Каждый будет оборудован интерактивной аппаратурой. Есть также специальное помещение для групп продленного дня, где младшие школьники смогут не только позаниматься, но и отдохнуть. На прилегающей территории четкое зонирование. Все площадки разделены по возрастам. Совсем скоро здесь появится школьный огород. Есть зона воркаута, то есть спорт, безусловно, как бы тоже имеет место быть. А стадион большой, с футбольным полем и беговой дорожкой. А футбольное поле у нас сделано с искусственным покрытием, причем мы предусмотрели дренаж под площадью всего поля. Отсутствие ступеней на входе и порогов внутри здания, лифты в каждом блоке грузоподъемностью 630 килограммов. Словом, школа полностью адаптирована для маломобильных граждан. Комиссия осталась довольна увиденным. Спортивный комплекс фантастический, могу сказать, что национальных команд такого качества спортивных залов нет. Очень светлые, большой размер. Ну и, конечно, актовый зал – это что-то фантастическое. То есть здесь можно проводить любые мероприятия. Интересные колористические решения, интересные, как сказать, соблюдение правил инсталляции, потому что мы сегодня прошли почти по всем этажам, по многим помещениям заглянули, все помещения очень светлые, все хорошо очень проветриваются, то есть это высокотехнологичное действительно оборудование дано. Сейчас идет финишная отделка, сборка и монтаж оборудования, а также благоустройство территории. На объекте трудится около 300 человек. Руководитель проекта уверяет, 1 сентября этого года школа сможет принять своих первых учеников. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.